Среди тысяч важных, интересных профессий энергостроитель – самое лучшее, самое нужное. Прошлое и настоящее в одной строке жизни. Горы уважают равных по духу, по цельности натуры. Перед такими они расступаются, таких они принимают в свою семью. Немало лет прошло с тех тревожных дней, когда в суровой скальной теснине начинался червак, когда были сняты эти кадры. Окажется, все происходило только что. И еще не успели остыть буровые станки, не угасло в горах эхо молодых веселых голосов, яростных споров. Наверное, это потому, что не может оставить равнодушным дух истинно товарищеского сотворчества людей, делающих одно большое дело, нужное всем, земле и человеку, стране и каждому из них. И тем, кто далеко отсюда, пахарю, учителю и внукам, ведь строят они червак, а это электростанция и море, которого ждет хлопок, земля. Для Фалалеева, сына крестьянина, земля не почва под ногами, живая кровная мать. И ей надо помочь стать сильней, плодоносней. Первые пятилетки – маяки в судьбе страны, в его судьбе. Дорога миллионов одержима работать, одержима учиться. Вечерняя школа, институт, крутые шаги нелегкой радостной судьбы. Грозный 43-й связал его судьбу с Узбекистаном. Черчик-строй — его фронт и родной дом. Фалалеев, как и миллионы патриотов, сутками напролет на одном дыхании яростно работает. Он никогда не умел по-другому. От мастера до главного инженера стройки — героическая строка в биографии героических лет. 50-е годы, академия и снова родной Трест, который он возглавил. Наверное, оттого и в судьбе червака всегда был тот же запал, боевой настрой. А было подчас тоже нелегко. Азия, конечно, средняя, только о трудностях этого не скажешь. Не раз бывало такое, чему северяне верят с трудом. Нередко паводки грозили страшной бедой стройке и людям. И это тоже одна из причин, почему червак, как строка биографии многих людей, не забудется, останется в душе навсегда. Помните, дорогие черваксы, и те, кто ныне москвичи, сырдарьинцы, сибиряки, у вас уже другие заботы, но таких не будет. До
Воля энергостроителя дарит тем, кто ее выбрал, радость. Радость в душе от света, который загорится здесь, который нужен всем. Этим искупается все. Напряжение, горячий пот тысяч строительных будин, редкие праздники больших и настоящих удач. У червака все было. Трудности и победы. Как бывает у целеустремленных, крепких людей, влюбленных в свое дело, одержимых им. Павел Петрович из породы таких людей. Каждый ценен тем, что он делает и как. Но призвание подлинного руководителя в умении заразить своим страстным горением других и растить людей высокой пробы. Растить так, будто их одаренность раскрылась сама собой. Время. От первых шагов малышей червака, для которых он строка, место рождения, прошел не один грозный паводок. И раскаленные смерчи, и ледяные стужи зим, прежде чем в скалах поднялась плотина. И забилось ее сердце, агрегаты газ. Прошли годы, и настал день, который не забудет ни один строитель червака любого ранга. Бетонщик, проектировщик, сварщик, шофер, инженер, механизатор или руководитель стройки, энергетики Узбекистана и всей страны. Праздник последнего куба. У каждого одна жизнь и много дел. Но если удается оставить на земле такой добрый вечный след, как червак, записать в биографию только одно такое слово, можно гордиться всю жизнь. Большая радость и щемящая грусть у строителей всегда рядом. Преображен еще один уголок родной земли. Теперь здесь будут жить и работать другие. Пора на новые стройки. В биографии узбекских энергетиков есть и другие яркие строки. Ангрен, Ташкент, Черчикский каскад, Голодная степь, Тахиаташ. И в них четверть века огневой безудержной работы Павла Петровича Фалалеева. Вот она, строка биографии. Червак, хорошо на душе, когда можешь сказать, в этом много и моего труда и радости. Счастья и радости вам, червакцы. Вам, Павел Петрович, такого же большого и вечного, как Червакское море.